Всем привет, ребята! Очень рада приветствовать вас на своем канале. И Анжела тоже очень рада вас видеть. Ты снова проголодалась и снова очень грязная. Давай тебя покупаем в такой красивой ванночке. Ты снова хочешь тортика? Ну, Анжела прям сладкоежка настоящая. Ребята, а вы любите тортики кушать? Какие тортики вы любите кушать? Напишите в комментариях. Вот так вымоем нашу Анжелочку. Теперь ее шерстка стала белой-белой. Красивая Анжелочка. Вот здорово, я теперь такая чистенькая. И теперь пришла пора покушать. Конечно же, ты покушаешь, но для начала сделаем тебе красивые и чистые зубки. Ведь такая кошечка, как ты, должна быть очень красивой. Вот такие белоснежные зубки у нашей Анжелочки. Вот это да, Анжелочка наша подросла. Смотрите, какая она стала взрослая. Красивая кошечка перешла на 30-й уровень. Здорово, Анжела. Но она не очень довольна, потому что животик ее урчит и очень просит покушать. Так, Анжелочка, ты, кажется, хотела тортик, да? Вот этот с розочками, скушаешь тортик? Смотрите, как она любит этот тортик. Ну на, Анжелочка, скушай. Раз ты уже подросла сегодня, и в честь праздника мы дадим тебе тортик. С розочками вкусный был тортик? Очень вкусный. Мне очень нравится этот тортик. Ну на, теперь тебе и фиолетовый тортик скушаешь. Ой, здорово, это очень вкусно, хочу еще. Еще хочешь? А с клубничкой ты тортик скушаешь? Скушает наша сладкоежка тортик. Ну что, и нужно обязательно запить апельсиновый сок. Я думаю, Анжелочка не откажется, это ее любимый напиток. Итак, милашка, должна почистить зубки, снова они у тебя грязные. И вот я сейчас... Пока Анжелочка чистит зубки, расскажу вам, что Анжела сегодня хочет быть в наряде королевы. Да? И чтобы тебе поднялось настроение, Анжелочка, мы тебя погладим. Вот так Анжела очень любит, когда ее гладят. Она это просто обожает. Вот и настроение у нашей кошечки поднимается. Ну что же, Анжелочка, сейчас мы будем тебя наряжать. У меня есть очень красивый наряд королевы. И сегодня Анжела станет прям настоящей королевой. Ребята, кому нравится наряд королевы, пишите в комментариях. Ну что же, наша кошечка, любительница наряжаться. Итак, готовится наша Анжелочка стать королевой. Вот как ей нравится этот наряд. Анжелочка, ты просто супер! Ребятки, а наша Анжелочка просто красавица королева. Ну что же, Анжела, теперь мы можем тебе поменять шерсточку. Какую бы шерстку ты хотела? Розовая шубка есть у тебя? Черно-белая шубка, рыжая. Так, какой же королевой? Конечно, белая шубка, но, по-моему, самая красивая, да, Анжелочка? Ну, ты уже в белой шубке часто была? Давай вот эту рыжую шубку тебе оденем. Вот такая рыженькая кошечка-королева. Смотрим, какие же глазки подойдут к этому наряду. Смотрите, вот такие глаза кошки удачи. По-моему, замечательные глазки. Вот такой Анжелочка еще не была. И такой цвет глазок у нее впервые. Так, какой же нашей Анжелочке сделать макияж? Я для начала сотрем старый макияжик. Вот так, удаляем макияжик. И делаем тебе, давай вот этот вот мерцающий цвет возьмем. Щечки сделали тебе дальше. Берем тени, посмотрим, какие же тени подойдут к твоему наряду. Как вы думаете, ребята, желтые тени подходят сюда? Вот такие мерцающие желтые тени. И добавим сюда немножко такой розовый цвет.
Вот такие тени у нашей Анжелочки. Ну что, теперь мы выбираем тушь. Желтой тушью накрасим глазки. Вот такая желтая тушь. Прям Анжела сегодня какая-то золотая королева. Анжеле нравится ее макияж и ее наряд. И последний штрих — это губная помада. Так, давайте-ка мы вот этой вот красивой, красной, блестящей помадой накрасим Анжелочке губки. А что, если добавить еще вот такие вот уголочки, реснички немножко затенем. Вот так. Да, давайте розовые сделаем здесь. Вот. Вот такие реснички у Анжелочки получились. Посмотрим, как выглядит макияж нашей Анжелочки. Мне кажется, очень здорово. Анжелочка, а тебе как этот макияж? Мне очень нравится. Такой классный макияж. Я такой красивой еще никогда не была. Ну, это здорово, Анжелочка, что тебе нравится этот макияж, этот наряд. И теперь нужно обязательно поменять тебе интерьер. Очень нравится моя спальня. В ней так классно. Вот твоя ванная комната. Твоя кухня, в которой ты будешь кушать твои любимые тортики. И замечательная королевская терраса. Ну, а теперь, Анжелочка, у тебя есть еще золотые наклеечки, которые должна открыть сама королева. Ну что же, Анжела королева сейчас будет открывать золотые наклеечки. И вот редкая наклейка попалась Анжелочке. И посмотрим, сможет ли она заполнить страничку. И у нее это получилось. Отлично заполнила Анжелочка страницу, получила 6 бриллиантиков и разблокировала хип-хоп шапочку. Анжелочка наша очень любит наряжаться. И когда-нибудь она оденет эту шапочку. Вот такие наклеечки наклеила Анжелочка в свой альбомчик. Здесь и парикмахерские принадлежности, и красивые прически. Самое классное, мне прическа нравится, вот эта вот розовая челка на одну сторону. А вам, ребята, какие прически больше всего нравятся? Напишите в комментариях. Еще осталась страничка, которую ты не заполнила. Это тут маленькая Анжелочка. Так что давай, Анжелочка, нам осталось найти 3 наклеечки. Открываем эту пачечку. Ну что же, повезет ли тебе и сможешь ли ты здесь собрать все наклейки? Мне кажется, друзья, что Анжелочка сейчас сможет заполнить и 8-ю страничку. Вот Анжелочка с сосочкой, маленькая в памперсах. Помните, когда она была такой маленькой? В колясочке еще лежала. А эта Анжела идет уже, ну, наверное, в школу. А эта Анжелочка уже в кого-то влюбилась, ее первая любовь. И вот страничка заполнена. И мы собрали все наклейки с этих страничек и разблокировали для Анжелочки платье для вечеринки, в котором Анжела будет просто неотразима. И скоро, Анжела, сможешь заполнить следующие странички. Ну а сегодня, вот, посмотрите, сколько уже страничек Анжелочка заполнила. Вот такой красивый альбомчик с наклейками. Анжела королева очень довольна. Ребятки, кому понравилась наша Анжела, ставьте лайки. А сейчас мы будем с Анжелочкой прощаться. Она немножко устала и хочет отдохнуть. Анжелочка, ну что, перед сном скушаешь творожок? Скушай творожок перед сном. Он очень полезен для зубок. Обязательно почистим зубки перед сном. И можешь ложиться отдыхать.
Вот сейчас наша Анжелочка будет ложиться спать. Мы ей скажем пока-пока. До новых встреч. Пока-пока, ребята. Заходите ко мне в гости, я буду вас ждать в следующий раз. Пока, Анжелочка. Засыпай. Приятных тебе снов.